Ладно, сынок, сейчас мы тебя научим всему, что должен уметь настоящий мафиозо. Если ты не тормоз, у тебя должен быть внутренний компас в черепе, который говорит тебе, куда идти. Так что включи свой внутренний компас и иди к помосту, где стоит стол. Уверен, что хвоста нет? Зашибись, лезь на помост. Осторожно, костюмчик не порви. Но раз уж ты все равно изгваздался, пока залезал, можешь немного потренироваться делать кувырок в сторону. Дон тебя не поймет, если ты начнешь ловить пули. Теперь иди к столу. Когда подойдешь, в нижнем левом углу экрана появится значок. Это кнопка действия. Кнопка действия показывает, что ты можешь что-то сделать или как-то повлиять на окружающий мир. Здесь ты можешь забрать пушки со стола. Давай, действуй. На этом помосте ты можешь сделать еще одну вещь. Попробуй поискать. Если не помнишь, что должен сделать, посмотри цели миссии. Если не помнишь, что должен сделать, посмотри цель. Меня кто-нибудь слышит? Ладно, хватит дурака валять. Время заняться более важными делами. Выбери оружие в своем снаряжении. Посмотрим, как ты управишься с пушкой. Сбей со стола эти банки. Помни, если выбрасываешь обойму, все неотстрелянные патроны из нее будут потеряны. И еще. Готовься менять оружие со всей возможной скоростью. Никто не даст тебе разгуливать по улице с пушкой наголо, будь ты хоть трижды мафиозо. Если полиция засечет тебя со стволом, тебя арестуют. Спрячь-ка оружие. Теперь возьми со стола бейсбольную биту. Все оружие у тебя под плащом не поместится. Если ты прячешь на себе дробовик, а другое оружие несешь в руке, будь готов при виде полицейского сразу же выбросить его, пока он не заметит. Ладно. Бита тебе понадобится, можешь поднять ее. Полиция не сможет к тебе придраться, если у тебя в руках бита. Хоть ей можно, например, дать кому-то по голове. Вон, видишь того парня? Подойди к нему сзади и дай по чайнику со всей дури. Больно ему, наверное. Так, чтобы передвигаться по городу, ты должен уметь водить. Подойди к машине. Ты можешь угнать любую машину, которая тебе встретится. Но только если тебе покажут, как это делается. Попробуй взломать замок на дверце. Перед тем, как лезть в машину, убедись, что полицейские тебе не нужны. Теперь садись. Когда ты сядешь в машину, рядом с твоим компасом появится. Показывай, что другие машины. Еще твое место.
сообщение, когда ты подъедешь к нему. Давай, еще.
При нашем стиле работы не рекомендуется привлекать к себе других. Держись подальше. Если ты совершишь мелкое нарушение, у тебя появится символ штрафа. Просто остановись и заплати, и можешь ехать. Если тебя засекли за серьезным правонарушением, появятся наручники. Можешь попробовать скрыться от полиции, но тебя арестуют, если помнят. И последнее. Всегда прячь оружие, когда ты вон. Если полиция засечет выстрелы, ты увидишь символ пистолета. Это значит, что вся полиция района тебя ищет, и они будут стрелять. Как ты собираешься с этим разобраться, твои дела. Но дальше твоя карьера зависит только от тебя. Детектив Норман, можно мне сесть за ваш столик? Убью тебя! Ты не можешь...
побыстрее. Я не хочу умирать! Давай, не то нам конец! Шевелись! Хочешь сработать в голове, а? Мы тащимся медленнее трамвая. Ты не можешь чуть побыстрее? Полиция! Полиция! Как работать дырку в голове, а? Ты не можешь чуть побыстрее? Нам конец! Куда мы едем? Ты случайно не заблудился? Я никогда раньше не видел таких замков. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что...